Творческий фестиваль «Звездная весна» был посвящен 90-летию со дня рождения первого космонавта, героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Славянские студенты и учащиеся городских школ окунулись в атмосферу настоящего космоса, порадовав зрителей своим творчеством. Весна в нашем муниципалитете преподносит любителям песни и танца один подарок за другим. В марте был творческий фестиваль под названием «Сияй, пой, танцуй», и вот сейчас «Звездная весна». Это отличная возможность для всех увлеченных ребят продемонстрировать свои достижения. Сегодня в Славянском районе проводится муниципальный этап всероссийского конкурса «Российская студенческая весна» и «Школьная студенческая весна». Ребята направляли заявки самостоятельно на этот конкурс, но мы хотим, чтобы много зрителей увидели их выступления. Для этого мы сегодня вот такой гала-концерт участников организовали, для того, чтобы ребята показали свои таланты зрителям. Фестиваль, организованный для одаренных юных славянцев, собрал ребят, увлекающихся песенным и хореографическим творчеством. Активная молодежь с большой радостью приняла в нем участие, чтобы уверенно заявить о себе. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко тепло приветствовал участников фестиваля, пожелав всем гордиться легендарным Юрием Гагариным и брать с него пример. И благодарность вам, ребята, что вы сегодня, я уверен, загоритесь в этом фестивале нашем. Новые будут звездочки, мы узнаем новых наших творческих исполнителей. Я желаю вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Как говорится, дорогу осилит идущий. Всем удачи, здоровья, успехов, мира. Хор «Академия» объединяет тех, кто по-настоящему любит хорошую песню. И это творчество приносит им неподдельную радость. Очень люблю петь и занимаюсь уже вокалом 2 года. Недавно, тем летом, я ездила в Москву, пела в Кремле со звездами, также на большую сцену. Сегодня мы поем «Белые голуби», это последний номер, а первый номер «До чего дошел прогресс». Мне очень нравится участвовать в хоре «Академия» в студии эстрадно-джазового вокала. Это занятие действительно поднимает меня настроение на каждой тренировке. Мне очень сильно приносит удовольствие, когда меня хвалят, когда я очень стараюсь. Зрители из числа учащихся городских школ и студентов окунулись в космическую атмосферу и с помощью ведущей совершили путешествие по планетам Солнечной системы. Цирковая студия «Сюрприз» победила в муниципальном этапе фестиваля «Школьная весна» и будет представлять наш край в его финале. На сцене было много ярких хореографических коллективов, чьи выступления зрители встречали горячими аплодисментами. Thank you.
Завершился творческий фестиваль «Звездная весна» церемонией награждения, в ходе которой участники получили дипломы. Впереди у них новые выступления и новые успехи. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».